Всем здравствуйте! Сейчас мы вам покажем палатку Polar Bird Comfort L+. Данная палатка предназначена для комфортного отдыха нескольких человек. В комплектацию входят полы, антидождевая накидка, дополнительные прутки жесткости на вход шатра. И, соответственно, сама палатка. Палатка достаточно вместительная. Пока я готовлю место для установки, Евгений уберет комплектующие. Итак, палатка готова к установке. Что делать достаточно быстро и легко. Засекаем время. И делаю это я один. Расправляем одну из сторон. Вытягиваем. Это сторона комнаты отдыха. Теперь вытягиваем одну сторону шатра. Расправляем крышу. Приподнимаем. И вытягиваем. И далее все стороны по очереди. Комнату отдыха мы установили. Теперь вытягиваем крышу у шатра. Поднимаем. Вытягиваем оставшуюся сторону. Ну что ж, палатка установлена. Итак, теперь необходимо установить дополнительные прутки, которые выполнены из надежного и прочного материала. Это стеклокомпозит. Весь каркас данной палатки выполнен из стеклокомпозитного прутка. Материал достаточно прочный и надежный. Давайте посмотрим. Его практически невозможно сломать. И он не имеет памяти. Пока я устанавливаю прутки жесткости на вход, Евгений установит полы. Полы выполнены из надежного и прочного материала, непромокаемого. Палатка оснащена двумя внутренними юбками с контактной лентой. Палатка и пол теперь единое целое. После того, как установили прутки и установили пол, необходимо закрепить палатку на растяжке и колышке. За счет жесткого и прочного каркаса и установки палатки на растяжке с колышками данная палатка способна удерживать даже самые сильные ветра. Палатка Polar Bird Comfort L+ состоит из шатра и комнаты отдыха. Шатер достаточно большой и может разместить небольшую компанию, который достаточно вместительный, имеет хорошую высоту. Я стою в полный рост комфортно, и у меня еще есть запас по высоте. Мы находимся в комнате отдыха палатки Polar Bird Comfort L+. Комната большая, вместительная. Мы здесь расположили три кресла трансформера. Еще осталось место для вещей. Большой плюс. Стою свободно в полный рост. И у меня есть запас по высоте. В данной палатке комфортно отдыхать при любых погодных условиях. Палатка оснащена антидождевой накидкой. Ну что ж, установим. Все. И можно отдыхать даже при плохих погодных условиях. Ну что ж, теперь можно приступить к сбору палатки. Далее, перед сборкой необходимо убрать дополнительные прутки жесткости
и пол внутри палатки. Прутки и пол убран. Засекаем время на сборку. Все, палатка собрана. Теперь можно упаковать в чехол. Все просто, легко и быстро.